Уважаемые зрители, уважаемые инвесторы, хочу показать один такой прям мощный минус, значит, в приложении Revoluto. Ну, это просто недочет, да просто я не знаю, как можно такое не доглядеть. Я им писал по этому поводу уже в техническую поддержку, но никто на эту тему так мне ничего не ответил. Вот, вы знаете, да, я показывал, что если перейти в безопасность, скрыть баланс, вот, то получается он скрывает мой баланс, общую сумму, то есть цифры он скрывает. Это все понятно. Но если присмотреться, то любой первоклассник, ну или пятиклассник, сможет посчитать, что у меня присутствует, допустим, 821 акция определенной компании. То есть, вот эту сумму, которую он якобы скрывает, этот Revolut, то есть, это полный бред, но, то есть, она ничем не помогает. То есть, в принципе, то есть, тут все вот ясно. Вот 16 акций PayPal, 19 акций DrillQuip, 35 акций Vaibu и так далее. Вот, то есть, здесь вот этот недочет, он у них присутствует уже, кстати, очень давно, и я уже несколько раз по этому поводу писал, и на русском языке, и на немецком языке я писал, и как только я не писал, никто в эту сторону ничего, никаких изменений не внес. Так что поэтому, ну, будьте внимательны, в принципе, если это кому-то там мешает, или если, я не знаю, там кто-то кому-то где-то хочет что-то показать, чтобы вы всегда были в курсе, вот.